Давайте посмотрим, что за штучку купил. Мельница для соли и перца. Вот такая штуковина. Приготовил я 4 перца. Наверное, засуну. Ну и баночку куда потом попробуем помолоть. Вот так вот она упакована. Красиво. Теперь она без упаковочки. Такая вот штуковинка у нас. Вот. Керамические штучки молоть. 6 батареек. На ручечку нажимаем. И начинаем молоть. Я думаю, очень будет вкусно. Вот так вот. Ну, сейчас я засыплю перца, посмотрим, что произойдет. Ну вот, я насыпал. У меня полное перца. Там и 4 горошка, и просто я дополнил. Тут вот 6 батареек. Сейчас это мы соберем все. Ну вот, теперь, я думаю, можно попробовать. Сейчас нажмем ну вот на эту штучку. Посмотрим, что будет. Ну-ка. Тут даже, блин, фонарик есть. Даже фонарик есть вон. Видно, да? Вот. Я что-то не ожидал, что фонарик даже туда приделают фонарик. Вот, пожалуйста. Вот, видите, намолол. Ну так-то. Приятный запах такой, да. Фонарика, честно говоря, не ожидал там. Ну ладно, спасибо всем, пока-пока.